Друзья, сегодня мы с вами затестим крайне интересное устройство, а именно массажер для глаз. Эта вещь особенно актуальна для тех, кто много времени проводит за компьютером, прийти после рабочего дня, одеть эту маску и немножко кайфануть, чтобы глаза ваши немножко отдохнули. В общем-то, давайте посмотрим, как все это дело выглядит. Вот такая вот симпатичная заводская упаковка. Здесь уже выделены основные фишки этого устройства. Собственно, в чем прикол? Это 16 точек вибрации, 4 из которых с подогревом. Есть встроенный Bluetooth, есть 5 режимов работы. Опять же, встроены какие-то звуки. Ну, интересно. Так, внутри нас сразу встречает инструкция. Окей, сама маска. Вот такой вот чехольчик в комплекте, смотрите. Прям бархатный чехол. Можно хранить ее там. Окей. И Type-C-шка для зарядки встроенного аккумулятора. Все. Больше в комплекте ничего нету. Ну, крайне необычное внешнее устройство. Вот так вот эта маска выглядит. Похоже на маску какого-то супергероя. Спереди это кожа неизвестного животного. И с обратной стороны, прям как щупальца осьминога, 16 штук точек вибрации. Здесь такое резиновое покрытие, приятное на ощупь. Напоминает чем-то soft touch. По центру вот здесь в маске есть встроенный динамик. То есть есть разные звуки. Держится маска на голове за счет обычной резинки. С левой стороны вот здесь под заглушкой разъем Type-C для зарядки. И с правой стороны у нас всего две кнопки управления и маленький экранчик. Вот так поближе покажу. Вот он, экранчик есть. Верхняя кнопка — это смена режима работы, и нижняя кнопка управления музыкой. Ну что, крайне необычное устройство. Давайте посмотрим, как это работает. Так. Первое, что могу сказать, что я немножко вижу свет сверху и снизу, то есть она прилегает не максимально плотно. При этом какого-то дискомфорта от маски нету. Все прям нормально, нигде ничего не давит. Здесь возле, получается, носа она облегает прям плотненько. По ощущениям снизу как будто горнолыжная маска. Ну что, давайте включим. Нифига себе. Джарвис, ты где? Доброе утро. О, пошла вибрация вот так вот. По кругу вокруг глаз. Блин, слушайте, но ощущения, ну как минимум, крайне необычные. Итак, что касается именно вибрации, каждая точка вибрирует действительно отдельно. Здесь есть разные режимы, то есть может вибрация идти вот так вот вокруг глаз, отдельно один глаз, второй. Снизу, сверху, сбоку, все это дело в зависимости от выбранного режима. Но именно сила вибрации не меняется. То есть вибрация с каждой стороны, она абсолютно одинаковая. Несмотря на это, ощущения действительно очень интересные. Маска никак не напрягает, вот я сейчас сижу в ней уже достаточно долгое время. Особенно сопровождение вот это звуком каким-то, это прикольно. Динамик расположен по центру, и на самом деле непонятно вообще, откуда идет звук. И звук здесь не такой неплохой, он прям нормальный. Короче, можно менять музыку, есть встроенные 5 звуков. Вот сейчас вода булькает. Это что, наверное, костер горит, что-то такое. Вот шум воды и моря прям самый кайфовый. Я надеюсь, вам слышно звук, который идет из маски. Вот смотрите, вот сейчас он, допустим, вибрирует вот здесь сверху, потом где-то снизу. По-моему, здесь есть подогрев, а ну-ка. Верхняя кнопка, два раза нажимаем, это включение подогрева, и также два раза включение подогрева. Один раз нажимаем верхнюю кнопку, меняется режим. Успокаивающий. Вот успокаивающий. Птички поют, и пошла вибрация вокруг глаз. Нижняя кнопка, один раз мы меняем музыку, два раза мы можем выключить звуки, два раза опять же включить, и при долгом нажатии включается Bluetooth. Так, сейчас, секунду. А прикольная вещь на самом деле. Вокруг глаз это ощущается. Так, режим Bluetooth, давайте подключимся. Что могу сказать, вещь реально интересная, она прям хорошо вибрирует вокруг глаз, ощущения, ну, не могу описать словами, это нужно просто попробовать, потому что, ну, реально она расслабляет. Нижние 4 точки, они действительно нагреваются, понравилось расположение динамика, потому что вообще непонятно, откуда идет звук, то есть он где-то вот здесь рядом с головой, но четко не понимаешь, откуда именно идет звук. Есть встроенный Bluetooth, можно подключиться со смартфона, включить какую-то там релаксную музыку, да, там кто что слушает. Спать с этой маской не получится, но получить какое-то такое именно расслабление действительно можно. Вещица интересная, подарить там маме, теще, либо жене, да, почему нет? Ну и заодно давайте протестим еще одну интересную вещь, это спортивный фасциальный массажер. На самом деле эта штука уже более серьезная, поэтому перед покупкой такого устройства необходимо в идеале проконсультироваться с врачом, потому что если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, возможно, вам такую вещь использовать нельзя, можно сделать только хуже. Но вещь очень крутая, и мы посмотрим, как все это дело работает.
комплекте, в принципе, абсолютно такая же инструкция. Type-C провод для зарядки встроенного аккумулятора, да, это беспроводное устройство. И три разных сменных насадки. Ну и, конечно, сам массажер. Ну нифига себе, вот такая вот необычная форма, как написано в описании товара. Семиобразная форма, я бы сказал, что это какой-то огромный AirPods. Под резинкой металлическая дуга, вот так вот все это дело гнется. Такая немножечко жиденькая, да, естественно, чтобы глушить вибрацию. Встроенный аккумулятор на 2500 мА и, как заявлено, хватает его на 270 минут. То есть живет он достаточно долго. По материалам верхняя часть сделана из пластика. Вот это вот все резиновое покрытие. И ручка очень похожа на soft-touch покрытие. С нижней стороны у нас Type-C-шка для зарядки. И на корпусе всего две кнопки. Это кнопка включения и кнопка выбора мощности. Всего 5 режимов. Допустим, включаем. Вот он, первый режим. Далее второй, третий, четвертый и пятый. Офигеть! Ну лупит он на самом деле конкретно просто. Смотрите, как голос меняется, прям пробивает прям очень мощно. Сейчас вам покажу. Здесь смещенный центр тяжести специально, чтобы было удобно доставать до каждой части тела. То есть вы можете вот так вот достать, да, этот вообще дотянуться абсолютно до любой мышцы на вашем теле. Еще раз повторюсь, это не игрушка. Вот небольшие рекомендации по использованию. Ставьте на паузу и внимательно читайте. Но для тех, у кого нет проблем со здоровьем, вещь и правда крутая. В этой модели глубокая амплитуда движения насадки 10 мм, за счет чего можно очень хорошо проработать любую группу мышц. Есть 5 уровней скорости от 1000 до 2500 оборотов. На максимальной скорости массажер очень мощный, отлично прорабатывает любую часть тела. Такое устройство позволяет расслабить забитые мышцы после тяжелой физической работы или интенсивных тренировок. А также массажер улучшает кровообращение и повышает эластичность связок. Очень мощная штуковина, пробивает реально сильно. Опять же, меняются насадки у нас максимально просто. Есть вот такая вот насадка, да, под разные части тела. Маленькая насадочка, она прям маленькая, точечная насадка, называется пуля. Бамс! Для вас это просто новый кадр. На самом деле прошла практически неделя с момента распаковки вот этих массажеров. Всю эту неделю я давал друзьям попробовать, что это такое, потестировать, чтобы просто собрать мнение и рассказать его вам. Так вот, первое впечатление абсолютно у каждого человека чисто визуально было, что это какая-то, ну, непонятная игрушка и что он ни на что не способен. Но как только люди включали это устройство, начинали массажировать, мнение менялось моментально. Абсолютно каждый, кому я давал вот этот массажер, сказал, что это очень классная, мощная штука. К чему я это записываю? К тому, что визуально вам может показаться, что это какая-то игрушка, но на самом деле нет. В общем, устройство качественное, мощное действительно, очень удобное, можно достать абсолютно в любую точку тела. Маска, на мой взгляд, вообще безопасная, реально можно расслабиться, реально ощущается после 15 минут вокруг глаз такая легкость, да? Вот эта штука, она серьезная, пробивает прям мощно. Ну что, друзья, вот такой вот обзор у меня сегодня получился. Что думаете, пишите в комментариях. На сегодня у меня все. Всем удачи. Пока-пока.